Всем привет, с вами Мастакрафт и Эль Пако. И на этом YouTube-канале я помогаю вам добиться желаемых результатов в мире музыки намного быстрее. Сегодня мы делаем классическую тему. Два продюсера, один сэмпл. Мы сейчас с тобой выберем сэмпл. Okay. Я его сделаю на Akai MPC Live 2 в своем стиле. Ты его сделаешь на Akai MPC Live или Akai Force в своем стиле. В общем, мы пока сами не знаем, куда это пойдет, но надеюсь, что будет очень круто. Поэтому давайте приступим. Так, значит, смотри, мы сейчас послушаем, давай, 5 треков и определимся, какой выберем. Кайф. Я прям уже готов. Уже можно, да? А я нарежу это все. Классно, да? Даже лучше. То есть ты помедленнее хочешь сделать? Так, ну все, отлично, мы хотя бы с чем-то уже определились. Магическая склейка. Супермонтаж, мы на Bedroom студии у Эль Пако. Мистер Эль Пако, подписывайтесь на его канал. Первый продюсер с этим сэмплом будет у нас Эль Пако. Он покажет, что он сделал, как он сделал. Я думаю, будет интересно, погнали. Да-да, тюн минус 3, чтобы чертовы алгоритмы нас не забанили. И... Да, ну просто напомним. Еще мы напомним, что Эль Пако работает на Akai Force, а я работаю на MPC Live 2. Вот такой вот. Как-то так, да. Классный мелодичный сэмпл. Так, покажи, что ты нарезал. Классика. Так, ну что, я готов услышать, я не слышал еще то, что сделал Эль Пако, поэтому то, что он сейчас поставит, для меня будет открытием. Сюрприз. Ты готов? Да. Все, я тоже готов, надеюсь, вы готовы. Поехали. О-хо-хо! Это какой-то классик трэп получился, фига себе. Да ладно, ты даже вот это сделал. Что это такое? О, да ладно! Как он это делает? Ты еще накинул туда син. Какой темп? Темп 85. 85, прикольно. Ну что, друзья, дайте знать, как вам этот бит. Мне очень понравился Эль Пако. Прям молодец, да. прям очень круто. Я... Чисто сэмпл такой классический, ты сделал из него более такой современный какой-то звук, я даже приятно удивлен. Давай мы сейчас поменяем камеру, и ты прям покажешь, что ты как настучил, ну, какие программы сделал на Akai Force. На котором я в основном, в общем, это у меня основная нота была. Да, это классный звук. Trap Kit. Это drum synth? Нет, это обычный сэмплер. А, обычный сэмпл загружен. Выглядит он как... MPC-шный абсолютно, то есть это та же самая история. Запусти отдельно вот эту партию, драм-партию. И сейчас мы дойдем. Да, прикольно, прикольно, прикольно. Там еще дилей, реверб, по-моему, чуть-чуть. А делается это все, собственно. Это удобнее, конечно, чем на MPC. Я сделал бас уже из драм-синта. It's a trap, все как положено. А, то есть ты прописывал еще как бы бас, по сути, по центру. Ну, я убрал из него клик, вот клик здесь на минимум, то есть там бочка играет бочка, а это именно я использовал, то есть, да, это, по сути, бас-бочка. Ну, как 808, короче. Я это как бас, то есть, вот она. Вот. То есть полностью барабаны должны играть, по идее, вот так. Который встроен в форс. Да, это родной синт форса. Вот, как-то так. Проект, да.
Вот так он выглядит по матрице. Так, ну что, теперь Mastercraft. Что я здесь? Я изначально увидел этот сэмпл как old school бумбэп. Ну, наверное, такой бумбэп, да, все-таки не совсем old school. Поэтому и старался как-то соответствовать эпохе моего внутреннего звучания. Старался придерживаться классики, то есть классические 92 BPM. Вот это вот все то, что присуще бумбэпу. Ну что, поехали? Эти вот, как это, трубы. Дудочки. Дудочки. А ты их в сэмпле нашел или это отдельно? Я их добавил. А-а-а. Сейчас покажу. Кайфовенько выглядит вообще. К слову, те, кто не считает нас, сэмплерщиков, музыкантами. А вы сыграете вот так вот. Как-то так? Очень круто. Сейчас тоже мы переключим камеру, я покажу, что я сделал. Альпака задал вопрос про, собственно, хорн, как у нас на русском. Труба. Ну, саксофон, короче, труба, вот это вот все, да? Это был отдельный сэмпл, сейчас я покажу, как я это сделал. Ну, чтобы соответствовать, опять же, как я уже сказал, той эстетике бумбэп, хип-хопа и так далее. Сейчас покажем. То же самый сэмпл. Вот примерно... Помнишь, что-то сыграл. Даже. Да, примерно такая секвенция. И потом просто это все немножко варьируется. Вот если вы слышите, бум-бэп, друзья, вот такие штуки, как вот эти пресвингованные биты, здесь делаются просто пальцами, а не долгим выставлением мышкой. Ну и, соответственно, так как это бум-бэп, очень прикольная фишка, это добавить... Ну вот этот вот саксофон такой, да, на... по классике просто он тише, тише и потом громче. Это вот что-то... Либо вот этот звук, либо отсюда, просто вырезал коротенькую штучку и получилось... Ну и огонь. А можно длиннее. Ну вот, классическая история. Припев или куплет, пока еще не понял. Ну, в общем, для разнообразия. Да, и обязательно, это я посмотрел фишку уже давно у диджея премьера, что сэмпл, он должен прерваться, мьютиться. То есть, это делается очень просто, называется... Pad Mute, вот, да. Вот этот сэмпл, он у меня не звучит, но он прерывает другой, то есть... Потом. Я тоже такое люблю. Все, он вырубился, да, то есть, ну, это прикольно. Так, ну что, примерно такой проект получился на KMPC Live. Ставьте лайки. Вот такая вот зарисовочка получилась. Mastercraft, El Paco, один сэмпл, два продюсера. Пишите в комментариях, если вам интересна такая тема, то мы сделаем еще такой выпуск. И самое главное, если вы хотите присоединиться к нам, возможно, один сэмпл, три продюсера, четыре продюсера, то пишите, мы готовы к сотрудничеству. Возможно, вы что-то сделаете на iFL-ке, возможно, у вас есть MPC 2000 XL. Неважно. В общем, главное — креатив, желание что-то там попробовать в таком формате, поэтому пишите. Магическая склейка. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, на канал Эль Пако. В описании, конечно же. Пишите комментарии, ставьте лайки, что вам понравилось, что вам больше, меньше понравилось. И до новых встреч. Надо сказать, что United Music. Спасибо. Нам подсказывают, как нужно говорить, да? Спасибо магазину United Music за эту атмосферу, за очень уютное... пространство музыкальное. Заколка, ну, в общем... Скорее всего, медаль. United Music, да. Заработаем мы медаль, нет? Наверное.